Промышленное садоводство в России продолжает развиваться. За последние 10 лет площадь новых закладок садов выросла почти в 5 раз. Это один из самых инвестиционно емких секторов российского агропромышленного комплекса, в котором реализуются десятки крупных проектов. Современные сады активно переходят на интенсивные и суперинтенсивные технологии выращивания. Срок их службы меньше, чем у традиционных. Около 15-17 лет. Поэтому для производителя критически важно получить максимум от своих вложений, чтобы затраты и труд не пропали даром. Риски промышленного садоводства можно отнести к трем группам – экономические, технологические и экологические. Во-первых, ужесточается конкуренция на рынке. Торговые сети из года в год повышают требования к качеству продукции. От аграриев ждут чистых, красивых, неповрежденных вредителями и болезнями плодов. Во-вторых, прибыльное садоводство сегодня не может обойтись без применения современных технологий, адаптированных под условия конкретной местности. Начиная от подбора саженцев, эффективных препаратов для защиты растений и заканчивая хранением продукции и продуманной логистикой. Надежную систему защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, которые могут привести к потере до 50% урожая, без использования эффективных препаратов с действующими веществами из новых химических классов построить невозможно. В-третьих, к специфическим рискам промышленного садоводства практически во всех регионах России относится климат. Повлиять на погоду мы не можем. Она регулярно вносит коррективы в сроки обработок. Дожди мешают эффективному контролю вредителей и болезней. Однако ряд современных решений позволяет снизить внешнее негативное влияние. Средства защиты растений, надежно работающие даже в сложных погодных условиях. Капельное орошение в засушливых районах. Шпалерные конструкции. Противоградовые сетки, способные защитить яблоки не только от града, но и от солнечных ожогов. Несмотря на все трудности, у промышленного садоводства в стране отличные перспективы. Многие аграрии уже научились производить качественные яблоки, груши, персики, сливы. Конкуренция на рынке вынуждает хозяйство активно развиваться –